Всем здорово, мужики, это мой новый ролик, мой ютуб-канале. Сегодня я решил залететь на КСФЛ, давайте со старта поставим в дабли 20 бачей на черное, потому что сейчас красное и черное последние два раза чередовалось. И мне кажется, должен продолжиться стрик из черного. Отлично, черное нам падает, мы со старта видоса поднимаем плюс 20 бачей к балансу. А самое главное, как раз начать ролик в плюсе, ибо как видос начнешь, такой закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на КСФЛ, вы можете при пополнении ввести промкод НИКЛУТ и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Киваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в интерес скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводите его нужно вот сюда. Еще у них есть карточки, где за каждый 1 цент депозита вам дают 1 КСФЛ коин. И вы на эти коины можете сыграть в карточки и попробовать выбить халявный скинчик. Выглядит это так. Нажимаете играть, у вас тасуются между собой карточки, выбирайте одну случайную и лутайте скинчик. Так, ладно, мы как всегда по традиции после дабла идем в колесо. По моей любимой стратегии, я думаю, даже можно по 20 долларов ставить на 3x и на 4x. В идеале, что прямо в начале мне кейсфейл выдавал 4x, потому что это у нас на балике уже будет 700 плюс бачей. Ну а это, естественно, будет круто. Но если и 3x упадет, то я тоже против не буду, естественно. Давай, давай, родной. Так, 3x падает, отличненько, естественно, я тоже не буду расстраиваться. Так, окей, давайте просто повторим. Все то же самое, 20 долларов на 3x и 20 долларов на 4x. Давай, родной, 3x поймали, теперь пора ловить 4x. Ну, сука, пару миллиметров не хватает. Ладно, балик у нас большой, то сегодня я могу себе позволить порисковать, чтобы подбивать проигрыши. То 40 бачей ставим и на 3x, и на 4x. Если сейчас ловим хотя бы 3x, то в принципе мы все, что просрали, отбиваем и выходим в ноль. А если 4x, то мы еще и в плюс выходим. Родной, вот сейчас как будто бы хорошая ситуация, чтобы выдать мне 4x. Красота! На балансе 730 бачей, мы уже подняли почти плюс 100 бачей к балансу, а ролик только начался. Я предлагаю еще раз также 20 на 3x и 20 на 4x. И даже если сейчас упадет 3x, то у нас на балансе будет 750 бачей. И это мы уже зафиксируемся в плюсе на 100 долларов от первоначального баланса. Но если 4x ловим, то это вообще сказка. Давай, родной, хотя бы 3. Я понимаю, что 4 ты вряд ли 2 раза подряд дашь, но как будто бы 3 можно спокойно выдавать. Отлично, на балике 750 бачей. И теперь я предлагаю пойти в другой режим. Давайте сейчас в дабли поставим, наверное, 50 долларов на красное. Рисково, конечно, но тут просто дело в том, что черного очень много падает. Вы посмотрите на это. А красного очень мало. И как будто бы должен начаться какой-то такой прям хороший стрик из красного. Давай, давай. Давай, давай, красный нам падает, красота, на балансе уже 800 бачей, отличненько. Так, сейчас предлагаю более-менее лайтовую уже ставочку, 20 баксов также на красный, потому что мне кажется, стрик должен продолжиться. Если проиграем, то пойдем уже в другой режим. Ну что, спокойно выдаешь красное, но нет, ну ладно, давайте не в другой режим, все-таки хочу разочек удвоиться, попробовать отбить предыдущий проигрыш. И уйти в плюс на 20 долларов. Ну, потому что он просто банально должен уже дать какой-то стрик из красного. Ну, вы посмотрите на эту историю. Давай, 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 красная нам падает. Отлично, я был прав, на балансе 820 бачей. Так, полетели в дефьюз, сейчас 20 баксов. С вот таким кэфом разочек можно выиграть? Ну... Вот, нормально, 825, мы уходим отсюда в плюсе, и это самое главное. Но я, конечно, надеялся чуть полегче здесь выиграть. А сейчас давайте опять в колесо поставим уже 30 долларов, но как будто бы на 2x. Но мне кажется, просто уже 3x и 4x я сегодня половил, и как будто бы пора поймать уже просто обычный 2x. Давай, 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 родной, ну, сука, надо было дальше играть по моей стратегии. Ну ладно, удвоим, чтобы отбить предыдущий проигрыш и уйти в плюс также на 30 долларов. Поставим 60 бачей, также на 2x. Давай, 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 ну почему ты... Сука, хорошо, мы еще раз удвоим. Поставим 120 долларов на этот, сука, 2x. Надо было просто продолжать играть по моей стратегии. Как же бы мы сейчас хорошо шли. А вот эти вот риски, я их вообще не планировал вносить в этот ролик. Потому что мы и так уже вышли в хороший плюс. Ну ладно, надеюсь, хотя бы сейчас он, сука, даст этот 2x. Давай, ну пожалуйста, ну какой, ну почему именно сейчас ты решил выдавать только 3x и только 4x? 240 долларов мы ставим на 2x, чтобы отбить все предыдущие проигрыши и выйти в плюс на 30 долларов. Пожалуйста, можешь дать голубенькое? И я тебя прошу, КСФЛ, родной, ну пожалуйста. Давай, 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 слава тебе, господи, мы все-таки ловим 2x. На балансе 855 долларов. Короче, предлагаю пробить 900 долларов и уже, в принципе, заканчивать ролик. Сейчас хочу вот так вот разочек. Отлично, уже на балансе 883 доллара. Давайте, последняя ставочка, ну я надеюсь последняя, что мы сейчас спокойно выиграем, 17 бачей на красное. Если выигрываем, то на балике уже 900 долларов. Давай, давай, спокойненько выдаешь красное, отлично. На балансе 900 бачей, и вот на этой прекрасной ноте, когда мы подняли плюс 250 бачей к балансу, я предлагаю заканчивать видос. Это мы, считай, подняли
взяли почти плюс 25 тысяч рублей за один ролик. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят прокатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести промокод NICLUD и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с кивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, у себя в инвентаре скинами получили 1100, вы со старта будете в хорошем плюсе. Также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводите его нужно вот сюда. Еще также не забывайте про ивент карточки, здесь тоже халявные плюшки можно забрать. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Я думаю, объяснять, почему я заслужил лайк, подписку и комментарий, даже не стоит. Но, пацаны, плюс 250 бачей за один, мать его, ролик. И при этом еще сегодня за видос сделали дохрена рискованных ставочек. То с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.